Им еще требуется помощь. В рубрике «Срок ответа сегодня» мы решили вернуться к проблеме погорельцев из садового общества «Угольщик», что расположен в районе Бёрд. В ноябре выгорела крыша их дома. В марте с просьбой о помощи они обратились в редакцию РЕН-ТВ. Так что изменилось за несколько месяцев, и выполнили ли свои обещания представители администрации Северного округа и Министерства социального развития области? К слову, нынешнее состояние дома даже не позволяет людям оформить прописку. Все новая крыша, только а здесь вот ничего нет, утеплителя ничего нет. Эти кадры были сделаны в марте. Чтобы перезимовать, пенсионеры и жители садового общества «Угольщик» после пожара выполнили скорый ремонт. Покрыли крышу, обшили здание. На это ушло 125 тысяч рублей. Взяли кредит, да и немного помогли добрые люди. Чтобы закончить с восстановлением, тогда требовалось 85 тысяч. Оказать помощь во время съемок на месте поспешили представители администрации Северного округа. Спустя 2 месяца в облике здания ничего не изменилось. Где-то в 20-х числах апреля месяца позвонили с Северного округа и, значит, попросили документы это привезти, акт о пожаре, вот эти вот заявления, все. Мы на следующий же день отвезли все документы в приемную, и до сих пор ничего от них нету. И все же в ходе беседы удалось выяснить, что посредством комплексного социального центра им выдали 30 тысяч рублей. На эти деньги они даже успели купить некоторые стройматериалы. У нас краска вот эта вот все готова, чтобы делать это самое. А нету крышу сделали, она не утепленная. Главное успеть за лето, иначе опять в зиму придется топить печь по 5 раз в день, ведь тепло в доме не держится, говорят пенсионеры. Да и саму печь необходимо переложить, но в первую очередь нужно закончить с крышей. Нам надо УРСА утеплитель и вот эти балки 10 штук. При этом Валентин Федотов отметил, что рабочие руки есть и сам готов многое сделать. В администрации Северного округа рассказали, что обращение приняли и сделали все возможное по законам городского совета. Конечно, материальную помощь мы обычно выделяем 5-7 тысяч, но видно, что дома нет совсем. Была выделена максимальная материальная помощь. Можно было бы больше, выделили больше. Но существует положение городского совета, на основе которого мы работаем. Мы не могли выделить больше. При этом Татьяна Климатова добавила, что если сейчас вопрос стоит лишь в утеплении крыши, то с просьбой помочь стройматериалами обратятся в строительные компании. Смету обещали составить в ближайшее время. Главное – успеть до холодов.